Здравствуйте, вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Начинаем эту неделю вместе. В студии для вас работаю я, Александра Пермякова, и прямо сейчас к самым важным событиям. Майский указ президента снова обсуждается в Крыму. На этот раз на региональной конференции Общероссийского народного фронта. На какие вопросы обратили внимание? Как это видят чиновники, ограниченные регламентом, это одна история, а как это видит сам народ, это другая история. Поезд Победы прибыл в столицу Крыма. В честь 75-й годовщины освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков по всей республике прошли масштабные мероприятия. 75 лет назад Симферополь был освобожден от коричневой чумы. И теперь об этом подробнее. В Севастополе задержан лидер религиозных экстремистов. Под видом проповедника призывал к экстремизму, считает следствие. 34-летний уроженец Узбекистана, проживающий в Севастополе, в одном из религиозных учреждений города проводил необычные проповеди. Граждан, не разделяющих его радикальных взглядов, он призывал наказывать насильственными методами. Иными словами, вовлекал новых членов в экстремистскую группировку, требуя карать неправоверных. Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности. Совместные проверки проводят сотрудники ФСБ, полиция и Росгвардия, пытаясь обнаружить каждую деталь, способствующую скорейшему раскрытию возможных преступлений. По месту жительства подозреваемого проведен обыск. Изъята компьютерная техника, средства связи и запрещенная в России литература. Президент России Владимир Путин утвердил список поручений для Крыма по итогам совещания с членами правительства. Он опубликован на сайте Кремля. 20 марта на совещании правительства глава государства обсудил итоги развития полуострова за последние 5 лет. За этим следовал ряд из задач, поставленных Владимиром Путиным. Для того, чтобы повысить уровень туристической привлекательности и обеспечить комфортную транспортную доступность, глава государства поручил Сергею Аксенову совместно с премьером-министром Дмитрием Медведевым и губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым поработать над вопросом размещения на российских предприятиях дополнительных заказов на строительство новых судов. Владимир Путин упомянул и об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополе. В отношении военнослужащих Крыма правительство Российской Федерации совместно с Минобороны примет дополнительные меры социальной поддержки. Жилье для военных будет предоставлено региональными властями и за счет федеральных субвенций. Распоряжения президента размещены на официальном портале правительства и будут реализованы на полуострове в текущем году. Свои предложения по реализации национальных проектов республики представили эксперты на региональной конференции Общероссийского народного фронта. Отдельная тема обсуждения – майский указ президента. Здесь внимание в разговоре, участником которого стал и глава республики, уделили вопросам экологии и комфортной городской среды. Все предложения, озвученные спикерами, Сергей Аксенов взял на личный контроль. Проблемы в сфере здравоохранения, поддержка многодетных семей, экологическая обстановка, комфортная городская среда – далеко не полный перечень вопросов, которые обсуждались на региональной конференции ОНФ. Все это – задачи для руководителей субъектов страны, озвученные президентом в майских указах. Поэтому самый активный слушатель экспертных мнений – глава Крыма Сергей Аксенов. Теперь предложенные варианты, а главное – последовательность их выполнения на личном контроле руководства республики. Сам председатель Совмина, мониторивший состояние дорожного покрытия, открытие в столице Крыма с главой администрации Натальей Маленко уделил внимание пункту качества и безопасности автодорог. Здесь, если ситуация не изменится, национальный лидер может выставить субъекту оценку. Неуд. Качество работ претензий есть 100%. То есть, как бы здесь просто вопрос правоохранительным органам. Сейчас ревизию проводим. В прошлом году 700 миллионов сознательно не доплатили подрядчикам. Еще ни за что было доплачивать. Но здесь это наш замечательный 44-й федеральный закон. Он позволяет зайти кому угодно, с чем угодно. Хоть компания «Рога и копыта» с 10 тысячами рублей уставного фонда, то есть как бы без одного сотрудника, то есть как бы, который потом тут же переливание всех на субподряд. Всего в Крыму реализуется 12 национальных проектов, а ОНФ по оценке главы республики стал центром народного контроля. Одна из задач, которая сейчас стоит перед активистами – реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. Это также поручение президента. Существует более 30 индикаторов, по которым в итоге будет определяться успешность ее выполнения. Однако эксперты ОНФ сошлись во мнении, контролировать благоустроенность муниципалитета
ответов, необходимое, что называется, при помощи народного мониторинга. У МФ даже существует специальный центр, который в формате круглого стола предложил помощь чиновникам от населения. Чтобы программа по-настоящему соответствовала названию, люди обязаны поделиться своим представлением о качестве благоустройства. Как это видят чиновники, ограниченные регламентом, это одна история, а как это видит сам народ, это другая история. Очень важно в рамках, это будет и, конечно, мониторинг опроса, и обсуждение, и предложение этого народного стандарта. Потому что очень важно, чтобы мамочки могли погулять со своими детками, чтобы улицы были освещены, чтобы была навигация на этих улицах. Также в рамках конференции были избраны новые составы регионального штаба и ревизионной комиссии ОНФ. Общероссийский народный фронт или Народный фронт за Россию – это объединение общественно-политических организаций или движения, созданное весной 2011 года по предложению тогда еще председателя правительства России Владимира Путина. В современном виде, уже с Крымом в составе, основные задачи своеобразного неофициального надзорного органа – борьба с коррупцией, контроль за исполнением поручений главы государства. Результаты проверок регулярно публикуются на сайте движения. Тарас Брезицкий, служба новостей, ИТВ. В минувшие выходные в честь 75-летия освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в городе прошли масштабные торжественные мероприятия. Они начались ранним субботним утром на железнодорожном вокзале Симферополя. В крымскую столицу прибыл поезд Победы. Кроме того, к знаковым мемориалам жители и первые лица республики возложили цветы. Подробности празднования памятной для Крыма даты. Далее в сюжете. Долгих 865 дней Симферополь находился в оккупации. Город был освобожден 13 апреля 1944 года. Тогда, 75 лет назад, горожане со слезами на глазах встречали Красную армию. Спустя много лет в этот день, 13 апреля, на улицах города все так же многолюдно. Торжественные мероприятия начались с железнодорожного вокзала Симферополя, куда с протяженными гудками прибыл поезд Победы. Эшелон Победы повторил маршрут бойцов 51-й Приморской армии и 4-го Украинского фронта, начиная от Армянска и заканчивая Севастополем. Почти 1000 километров по всему полуострову. Конечно, в эту годовщину вспоминаем на подвиги наших предков, наших ветеранов. И, конечно, хотим поклониться в ноги тем, кто сегодня жив, кто сегодня с нами. Сказать о том, что вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, кто своей жизнью защитил нашу отчизну, Советский Союз. Сегодня, слава Богу, мы на родине в России. Слава Богу, сегодня наш президент сегодня уделяет особое внимание нашим ветеранам, уделяет внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне, о нашей победе. Поэтому я уверен, что то, что сделали наши ветераны, мы пронесем через всю жизнь. На платформе поезда Победы размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. В одном из вагонов оборудован передвижной музей. 75 лет назад Симферополь был освобожден от коричневой чумы. И если нашим отцам, чьим-то дедам, чьим-то прадедам была доверена временем победа, то нам с вами доверена память. Этот символ победы симферопольцы встречают с цветами, улыбками и, конечно, со слезами на глазах. Были у поезда Победы, пришли сюда, сейчас пойдем к танку. Все как положено по всей программе. Гордость переполняет. Счастье и гордость, что мы живем в этой стране. И радуюсь, что люди приходят. Да, и очень и много молодежь, людей, да, и с детками очень много. Очень положительные эмоции. Грандиозный поезд. Такая радость для молодежи, для деток. Они там такие счастливые, фотографируются с этими настоящими бойцами в касках. Да, конечно, видели, мы не первый год ходим, очень нравится и очень хорошо, все фотографируются. Прекрасное впечатление, конечно, это все-таки день такой замечательный, поэтому очень даже хорошо. Это такая память, это такое все, это прекрасно. После встречи поезда Победы симферопольцы и первые лица республики возложили цветы к вечному огню на могиле неизвестного солдата и почтили память погибших воинов-освободителей минутой молчания. Торжественные мероприятия продолжились церемонией возложения цветов и венков у монумента танка Т-34 в сквере Победы, а также на воинском кладбище на Старой Зенитной. Мария Мосур, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.
Кроме этого, в честь 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прошла торжественная церемония гашения открытки. На почтовых карточках, посвященных битве за Крым и обороне Севастополя, были поставлены оттиски с памятной датой. Несмотря на дождливую погоду, тысячи жителей Симферополя приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Одно из таких прошло в главном отделении почты Крыма. Открытка, выпущенная в прошлом году в серии «Великая Отечественная война и подвиги советского народа», была погашена уникальным календарным штемпелем. Уникальность сегодняшнего именно штемпеля – это небольшой такой марафон спецгашений, который проходит на нашем полуострове. 11 апреля, в день освобождения города-героя Керчи, тоже прошло специальное гашение, тоже был уникальный штемпель. Сегодня параллельно будет проходить еще чуть позже, правда, в Феодосии, в городе воинской славы, спецгашение. Кроме того, подобное мероприятие в скором времени пройдет и в Севастополе. Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский отметил, что в этот день главное, что может сделать каждый, помнить о подвигах наших дедов и прадедов. Действительно, должно что-то оставаться вот в этой самой памяти, и вот эти самые открытки, почтовые карточки, да, наверное, так правильнее будет назвать, это именно почтовые карточки, которые сегодня мы в рамках церемонии гашения явили этому миру. Это, конечно же, та самая память, которая останется и у нас, и у всех последующих поколений. Приобрести открытки, которые были погашены специальным календарным штемпелем, можно было в течение всего дня в главном отделении почты Крыма в Симферополе. Мария Мосур, Артур Добряков, служба новостей ИТВ. Мы продолжаем эфир. Смотрите во второй части выпуска. Работа страховой медицины в Крыму и сотрудничество с организацией по антитеррористической безопасности. Общественная палата продолжает заключать новые соглашения. Я думаю, что наше соглашение с такой организацией, ну, придаст определенное ускорение в этой работе. Сотрудники республиканской прокуратуры рассказали воспитанникам Лазовской школы-интерната об охране природы и помогли детям высадить на территории 80 кустарников. Наступает хорошая погода, в системе проводятся месячники, трудовые десанты по приведению в порядок территории. Печальная, но уже не удивительная картина для симферопольцев и гостей столицы. Прямо в центре города, на улице Пушкина, тротуарная плитка начала проваливаться, преимущественно вдоль ливневой канализации. Две новые ямы, весьма глубокие, появились на пешеходных улицах на пересечении Пушкина и Горького, а также напротив Дома офицеров. В темное время суток увидеть их будет нелегко, зато получить серьезную травму, оступившись, элементарно, уверены местные жители и гости города. Виноваты, по их мнению, не только подрядчики, но и симферопольские власти, которые должным образом не проконтролировали работы. Но что самое главное, администрация не спешит исправлять ошибки. О новых ямах люди говорят уже неделю. Реакции от городского руководства пока нет. Вот таким, как я, если пройти... Тут и ногу сломаешь, и что хочешь. Виноваты, конечно, городские власти. Сколько раз уже эту улицу ремонтировали? И я не знаю, помню, перед самым Новым годом на мокрый снег, по-моему, клали эту плитку. Но было понятно, что вот оно такое вот качество будет. Важные темы для крымчан продолжают обсуждать в общественной палате. Говорят о самом актуальном. Так, на очередном заседании шла речь о медицине, в частности, говорили про ОМС. Кроме этого, на встрече заключили соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов подразделений антитеррора «Альфа». Что конкретно обсуждали и к чему пришли, знает Анна Беляева. В ушедшем году расходы страховой медицины в Крыму составили более 20 миллиардов рублей. Из них более 100 миллионов потрачено на приобретение необходимого оборудования. Аппараты диагностического исследования, оснащение для хирургических кабинетов и системы гемодиализа уже установлены в больницах полуострова. Это позволит существенно сократить расходы крымчан, повысит конкурентоспособность частными клиниками. Впрочем, некоторые проблемы в крымской медицине пока остаются нерешенными. В республике не хватает 500 врачей и около 1500 специалистов со средним образованием. Для решения данного вопроса и социальной поддержки уже действующего персонала выделены средства. Деньги выделяются не только на увеличение численности медицинских работников, но и поддержание необходимого уровня их зарплат. Зарплата врачей должна сохраниться на уровне 200%, среднего медицинского персонала 100%. И составит 51 тысяча рублей, по врачам категории средний медицинский персонал 25,5 тысяч рублей.
На заседании Общественной палаты рассмотрели не только вопросы, связанные с медицинским обслуживанием крымчан, но и с обеспечением качественной антитеррористической безопасности. Члены палаты подписали соглашение о сотрудничестве с Крымской региональной организацией Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Я думаю, что наше соглашение с такой организацией, ну, придаст определенное ускорение в этой работе и послужит на пользу нашим двум структурам. Основные цели ассоциации – защита прав ветеранов подразделений специального назначения, а также содействие в борьбе с терроризмом. Ассоциация «Альфа» – уникальное в своем роде сообщество. Его членами одновременно являются не только ветераны, но и действующие сотрудники спецподразделений. Анна Беляева, Александр Рыбин, служба новостей, ИТВ. Настоящий экологический урок для воспитанников Лазовской школы-интерната провели сотрудники Крымской прокуратуры. Правоохранители приехали к детям, чтобы рассказать, как сохранить природу в первозданном виде. Сделали это интересно и увлекательно. Провели викторину, а затем отправились высаживать декоративные кустарники. Побывал в гостях у детей на природе и наш корреспондент. К сожалению, в России пока не имеет широкого распространения так называемое экологическое мышление – забота каждого человека о природе. Такое отношение к окружающей среде необходимо воспитывать с детства. Именно этим и занимается природоохранная прокуратура Крыма. Накануне Дня экологических знаний сотрудники ведомства приехали в Лазовскую школу-интернат, где провели для старшеклассников особую викторину. Провели для ребят экологическую викторину, рассказали им о своей деятельности и ответили на вопросы, которые касаются охраны природы и наших прав и обязанностей в этой сфере. Вопросы в викторине действительно сложные. Некоторые прокуроры признались, им самим пришлось как следует подумать, чтобы правильно на все ответить. Впрочем, эта викторина не контрольная работа или экзамен, а лишь способ заинтересовать детей в защите окружающей среды. Знания, к слову, подкрепили и практикой. На территории интерната высадили 80 кустов декоративных растений. Как наступает хорошая погода, в системе проводятся месячники, трудовые десанты по приведению в порядок территории. Мы очищаем прошлогоднюю листву, околоствольные круги, приводим в порядок территорию. И вот как раз-таки сегодня с работниками прокуратуры бок о бок ребята принимают участие в формировании трудовых навыков и делают свою территорию школы-интерната еще лучше, еще краше. Для детей такие дни – повод для хорошего настроения. Они прекрасно понимают, что каждый куст, высаженный у школы, не только украшение, но и глоток свежего воздуха. А новые знания никогда не будут лишними, тем более, когда речь идет о защите природы. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей, ИТВ, Симферопольский район. Строители Крымского моста начали монтировать железнодорожное полотно со стороны полуострова. Таким образом, пути постепенно растут навстречу друг другу с обоих берегов Керченского пролива. Рабочие монтируют железную дорогу на крымской стороне из 25-метровых рельсошпальных решеток. Уже из них собираются участки длиной в 440 метров. Конструкции разделены специальными уравнительными стыками, которые не дадут путям деформироваться от изменений температуры. Более 6 километров железнодорожного полотна будет находиться над водой. Работы с крымской стороны стало возможно начать только после того, как строители установили последний пролет. Согласно проекту, первые поезда пересекут мост уже в декабре этого года. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго.